подружек Тамару Мартынову и Кристину Семенову сейчас больше всего волнует пляжная мода. Девушки уверены, что купальник может как сделать фигуру соблазнительной, так и испортить весь облик, если подобран неправильно. Какой себе купальник хочешь? Я, наверное, померю этот с рюшечками. Ну, хорошенький, да. Я, наверное, очень себе поярче возьму. Наверное, вот этот розовый. В этом сезоне предпочтение отдается приглушенным тонам. Приветствуются как однотонные модели, так и яркие принты. Цветы, абстракция, расцветка зебры, горох, полоска. Эта модель, пожалуй, одна из самых интересных в наступающем сезоне, так как она достаточно открытая, что соответствует требованиям современной моды. И в то же время на ней мы видим интересный такой вот дизайнерский прием. Это рюшечки, которые делают ее более романтичной. Смысл этого приема – это дает дополнительный объем. Для декора купальников модельеры используют шнуровку, кольца, рюши, кружева, тесемки, стразы, вышивки и другие симпатичные украшения. Еще одна довольно оригинальная модель здесь представлена. Она выполнена из трикотажа, но он выглядит так, как будто это кожа. Выбирая купальник, обратите внимание на ткань. Она должна быстро сохнуть, отталкивать грязь и не оставлять следы от крема. Ну что, осталось дождаться только солнца? Да, и на море. Все купальники в магазине «Кармен» от польской компании «Лорин». Здесь есть и классические модели больших размеров, и молодежные модные фасоны. Эксклюзивные ткани, неповторимый дизайн и высокая техника создания каждой модели. А что еще нужно для пляжного наряда?